Конкурс празднует 15-летний юбилей. Миллионы телезрителей интересуются творческой борьбой конкурсантов, а также концертными программами. Главная цель новой волны – открытие музыкальных талантов. Ежегодно в рамках конкурса проходят и яркие внеконкурсные мероприятия. Одно из них – грандиозный концерт «Дискотека Муз-ТВ». Организован он по просьбе главы города Анатолия Пахомова. Это возможность для жителей и гостей курорта потанцевать под любимые хиты в живом исполнении, причем бесплатно. В этом году эта дискотека состоится в четверг, 8 сентября. Начало дискотеки в 20:00 на излюбленном месте горожан, Южном Малу. И мы всех желающих приглашаем послушать, потанцевать вместе со звездами, участниками конкурсной программы «Новая волна» на Южный Мол 8 числа в 20:00. В этом году одной дискотекой решили не ограничиваться. Такой же концерт состоится и в Олимпийском парке. Для того, чтобы ничто не мешало музыкальному празднику, в администрации города регулярно собирается оргкомитет фестиваля. Несмотря на большой опыт проведения масштабных мероприятий, которые есть у Сочи, нужно детально проработать все нюансы. Среди насущных вопросов – размещение, встреча гостей, безопасность, транспортная логистика и, конечно, рекламная кампания.